Друзья, всем привет! Ну что, вот и отгремели праздники. Пора чревоугодия, опивства. Честно сказать, я даже немножко подустал от них. И вообще, зима для меня такое время года. Лишний раз на улицу выходить не хочется, потому что морозно, холодно, снежно. Что я делаю на улице, это только чищу снег, чтобы совсем не засидеться за компьютером. Вот, а так лишний раз, повторюсь, на улицу выходить не хочется. Снега у нас в этом году много, зима снежная. Хочу вас поблагодарить за теплые, добрые пожелания, которые вы оставили под последним видео. Мне, правда, всегда очень приятно. Не всем успеваю отвечать, чисто физически, вы уж меня простите. Несколько слов хочу сказать о том, чем вообще занимаюсь, и о том, как идут дела. Ну, как я повторился, на улице практически ничего не делаем, за исключением чистки снега, пока совсем не замело. Вот. В основном это дела в маленьком доме. Доме родителей. Сейчас покрываем маслом пол, лаком двери, подоконники. Ну, в общем, идет, скажем так, внутренняя отделка, продолжается. Что касается кур, их состояния, яйценоскости. Друзья, все хорошо, все замечательно. У меня было 19 голов, из них 15 кур несушек и 4 петуха. От двух петухов, как ранее на кадрах вы видели, мне пришлось избавиться, потому что вот эти вот два петушка, вот один, так, я тебе поклююсь, и вон второй, они их заклевывали. Не знаю, почему так происходило, но, в общем, их гоняли постоянно. Я их отсаживал в вольер, будущий вольер для бройлеров. Ну и в итоге решил их убрать совсем. Потому что на 15 кур вполне хватает двух петухов. Куры несутся замечательно. На 15 кур в среднем в сутки у меня получается... От 11 до 13 яиц, причем стабильно. Вот, не знаю уж, от условий это зависит, от кормежки, либо от того, что они еще молоды и вполне себе в силах нестись. Вообще, конечно, на следующий год, точнее на этот вот 21 год, планы амбициозные, как обычно. Первым делом хочу закончить вот этот вот маленький домик, облицевать его с внешней стороны, старую его часть, доделать всю внутрянку, там еще две комнаты, напомню. Это что касается малого домика, первоочередная задача. Во-вторых, хочется сделать в большом доме хотя бы, по крайней мере, пока одностороннюю канализацию, потому что пользуемся мы там рукомойником, ну, мойдодыром, наливаем воду, и сливается это все в ведро. В этом году не успели, ну, вырыть еще яму и провести трубу, чтобы хотя бы ведра эти постоянно не таскать. Но вот весной я тоже первоочередно займусь рытьем этой самой сливной ямы, пока хотя бы более-менее время, ну или посмотрю, может быть, сразу два кольца закопаю, как в малом доме, потому что все равно будет канализация, слив в большом доме в любом случае делаться, поэтому сделать лучше, наверное, сразу все и капитально. Ну, я имею в виду по поводу ямы, слив-то пока временный, потому что эти ведра таскать что-то каждый раз, ну, уже напрягает, если честно. Также хочется успеть, но опять же,
Загад, как говорится, не бывает богат. Хочется успеть начать строительство зоны отдыха. Ну, точнее, бани. Начнем с бани. Вот, и к ней, напоминаю, будет прилегать зона отдыха, которая было решено в итоге сделать на месте вот этого старого дровника. В углу будет баня, и к ней будет пристроена летняя кухня-барбекю зона такая там с мангалом, с местом под казан. Вот, и прочими прелестями, потому что люблю готовить на природе, и хочется уже, наконец-то, место себе такое для этого сделать, чтобы было все удобно. Опять же, туда же подведем водопровод. Ну и коль мы коснулись водопровода, хочу, опять же, на следующий год успеть провести... вырыть траншею, на этот раз уже силами техники, и провести от скважины воду вдоль дома сюда, потом в дальнейшем, потому что в дом тоже вода будет заводиться, и в сторону зоны отдыха. Тоже, конечно, прилично по метражу будет, но техника, она на то и техника, все не руками копать. Так что вот такие вот планы. Скажем так, поверхностные. Будем стремиться к их осуществлению и реализации. Ладно, планы, конечно, это все хорошо. Но с другой стороны, как без цели, без планов? Нужно строить планы. Нужно ставить перед собой цели, добиваться их. Это и есть жизнь, как по мне. Друзья, ладно, я уже подзамерз, потому что минус 24 у нас на термометре показывает нынче. Так, сейчас надо синичкам вон подсыпать семечек. Летают за мной. Привыкли уже, что я их подкармливаю. А вас, друзья, хочу пригласить в воскресенье 17 января в 18:00 на стрим. Приходите, побеседуем с вами. Может, какие-то вопросы у вас есть. В комментариях на все отвечать не успеваю. В общем, до встречи в воскресенье. А я побежал печку топить и греться.